С запуском программы «Бола Шаг» молодежь страны получила возможность совершенствовать свои знания в любой стране мира. Конкурентоспособное, грамотное, высокоинтеллектуальное поколение – это будущее нашей страны, источник развития государства. В Восточном Казахстане также немало тех, кто прошли обучение по программе «Бола Шаг». Один из них – заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нурлан Рамазанов. Нурлан Рамазанов начал свою трудовую деятельность в качестве техника в одном из товариществ областного центра. На государственную службу пришел в 2012 году. По его словам, государственные служащие должны быть примером для других не только своим делом, знаниями, опытом, но и развитым чувством справедливости, любовью к родине. Поэтому, когда появилась возможность, он принял участие в программе «Бола Шаг», чтобы увеличить запас знаний и внести свой вклад в дальнейшее развитие энергетики и жилищной сферы в стране. По программе «Бола Шаг» обучался с 10 по 12 года в Москве, в Московском энергетическом институте по специальности теплоэнергетика. Закончил магистром техники и технологии по направлению теплоэнергетика. Что дала программа «Бола Шаг»? Во-первых, это знание. Во-вторых, это кругозор, это мышление, это уже другой вид, взгляд на отрасль в целом, как и на жизнь. «Бола Шаг» – это одна из наиболее актуальных программ для молодежи, говорит Нурлан Рамазанов. Он также отметил, что возможность принять в ней участие позволила ему повысить качество своей работы, получить новые навыки, научиться принимать быстрые и правильные решения. Это очень важно, ведь, по словам Нурлана Рамазанова, стабильность социума напрямую зависит от эффективности государственной службы. Если мы раньше понимали теплоэнергетику как это условный человек, работающий на котельной, то за время учебы по программе «Бола Шаг» в городе Москве я понял, что теплоэнергетика настолько для себя открыл, можно сказать, что это настолько интересная профессия, что ее можно обучаться, ее можно учить и учить. И в целом одни только позитивные у меня взгляды, позитивные только отношения к этой программе больше. Успех в той сфере, в которой ты работаешь, зависит от стремлений каждого человека. Программа «Бола Шаг» позволяет целеустремленным гражданам осуществить свою мечту, а их возвращение в страну даст толчок развитию национальной экономики. Анна Коцарева, Куаныш Амантайулы, Ильнур Нурайканов, Алтай Ахпарат.